Всем добрейший денечек, друзья. Что ж, сегодня нашел один такой интересный поединочек, товарищеский матч. Это Аякс против Донецкого Шахтера. Сегодня состоится игра в 15:00. Так вот, в своем последнем матче Аякс сыграл с Нэнбошем 2-2. Шахтер сыграл с АЗ со счетом 3-3, но в последнем матче проиграл АЕКу со счетом 5-0. Вот такие вот дела. В 22-м году команды тоже встречались между собой, был товарищеский матч, и тогда Аякс победил Шахтер со счетом 3-1. Что касается мыслишечек на этот матч. Ну, первое, угловые больше 8,5 за коэффициент 1,8. Второе, ну, голов здесь должно быть, друзья, думаю, много. Второе, тотал больше 3,5 за 1,8. И третье, можно попробовать рискнуть, поймать коэффициент 3,1. Это то, что обе команды забьют по 2 и более гола за коэффициент 3,1. Вот такие вот мысли. Ну, свои мысли пишите в комментах. Всего доброго. Пока.